Всем привет! Это World Fashion News, программа о самых модных и актуальных новостях недели. Сегодня с вами Арина Назарова. Хотели рассказать вам про тренды весны, но решили не забегать вперед, а пожить еще недельку в безмятежной атмосфере лета. Поэтому лучше начнем с рассказа о самом важном, что случилось в мире фэшн за последний месяц. Американская теннисистка Серена Уильямс разработала коллекцию для Nike. Ей помогали 10 начинающих дизайнеров из Нью-Йорка. Создание коллекции заняло 2 года, но результат того стоит. В капсулу вошли одежда, обувь и аксессуары, вдохновленные эстетикой 90-х и стилем Серены Уильямс. Еще дольше на своей коллекции работал американский музыкант Фрэнк Оушен. Спустя 3 года работы он запустил собственный бренд Homer. В первой коллекции представлены экстра яркие подвески, шарфы и браслеты. Камуфляж снова возвращается в коллекции модных брендов. На днях Coach выпустил капсульную коллекцию, в которую вошли обувь и аксессуары с камуфляжным принтом. В рекламной кампании приняли участие актер Майкл Джордан, баскетболист Джемми Лин и певицы Лола Зуэй и Дебби Харри. А Adidas представил новую коллаборацию с брендом Beyoncé Ivy Park. Это уже 4-я совместная коллекция, и кажется, что бренды не собираются на этом останавливаться. Лично нас особенно радует то, что линию демонстрирует сама Бейонсе. Также Бейонсе и ее муж Джей-Зи стали героями новой кампании ювелирного бренда Tiffany & Co. И это первый рекламный проект, в котором пара снялась вместе. И, наконец, новость для любителей Икеи и розового цвета. Зандра Роудс сделала коллекцию для мебельного бренда. Всего в ней 26 предметов. Подушки, ковры, коробки для хранения вещей, вазы, постельное белье, сумки. И все эти предметы призывают быть ярче, смелее, позитивнее и быть собой. Как сказала сама художница, жить со всеми этими вещами будет очень весело. Они точно сделают вашу жизнь ярче. Продолжим формат дайджеста и поговорим о музыкальных новинках. Считаем, что мы часто и незаслуженно забываем о самом интересном. Начнем с козырей. Еще в конце июля на стриминговой платформе Disney Plus опубликовали интересный тизер, посвященный творчеству Билли Айлиш. На днях вышел полноценный трейлер, и теперь точно ясно, что это будет большой, грандиозный концертный фильм с историей творчества певицы. Леон Бриджес тоже подготовил необычный сюрприз для своих поклонников. Он снял художественный визуальный плейлист к своему дебютному альбому «Coming Home» 2015 года. Получилось красивое получасовое кино, которое позволяет окунуться в приятные воспоминания. Эд Ширан выпустил трогательную музыкальную композицию. Она посвящена его другу, австралийскому предпринимателю Майклу Гудински, который ушел из жизни в марте этого года. Цитируем любимую строчку из песни. «Я бы хотел, чтобы в раю были часы посещений, чтобы я мог просто зайти и спросить твоего совета». В это же время Оливия Родриго выпустила клип на свою любимую песню с дебютного альбома «Soul». В клипе Оливия предстает в образах людей, которые влияют на самовосприятие подростков. А с другим треком под названием «Good for You» Оливия Родриго возглавила мировой рейтинг песен лета Spotify. С 29 мая по 22 июля его прослушали более 600 миллионов раз. Среди российских исполнителей абсолютным лидером рейтинга стал Джарахов и Маркул с песней «Я в моменте». Но вернемся к нашему списку клипов. Ирина Горбачева исполнила собственную мечту и попробовала себя в роли певицы. Вместе с Тосей Чайкиной она написала трек «Ты и я», исполнила его и сняла клип. Мнения насчет такого эксперимента разделились, поэтому слушайте и решайте сами. Муся Тотибадзе тоже выпустила клип. Он на песню «Молодость» из одноименного альбома. В нем девушка показывает, как уехать от проблем. А группа «Моя Мишель» перепела хит нулевых «Зима в сердце» и сняла красивый сюжетный клип. В нем затрагиваются темы свободы и принятия, любви и гендерных стереотипов. Про моду поговорили, про видео поговорили, остается только спорт. На прошедшей неделе мы встретились с теми, кто может зарядить энергией любого. Это спортсмены нашей олимпийской сборной. Они вернулись из Токио и поделились с нами своим настроением и советами на тему того, как же идти к своей цели. Сегодня мы
Проводим прекрасный вечер с нашими олимпийскими чемпионами. Мы очень рады, что они сегодня действительно расслабились, получили удовольствие и прекрасно проводят время. Мы находимся на мероприятии компании Invite в честь приезда наших олимпийцев, в честь поддержки хэштега «We will rock you». Настроение отличное, неужели приехали в Россию с этих путешествий, но приятных путешествий. Вечеринка классная, место замечательное. Вечер еще только начался, но я уже вся пылаю энергетикой этого вечера. Очень много классных людей, спортсмены, и все совершенно иные, потому что мы привыкли их видеть в спортивном, не накрашенных, без фраков. Здесь классно. У меня отличное настроение уже в течение 2 недель. Объединять спортсменов – это очень важно, потому что мы как одна большая семья. Безумно приятно, что нас так встретили. Мы очень рады такому приему, не ожидали и действительно поняли, что мы герои нашей страны, что очень редко можем почувствовать. Я бы хотела пожелать, наверное, терпения и упорства, потому что я считаю, что это самое важное. Дикой веры в себя. Ребята, никто не сможет так вас зарядить энергетикой, как только вы сами себя сможете настроить на победу, на работу. Поэтому будьте уверены в себе, не сомневайтесь. Даже если будете сомневаться, это все временно. И идите до конца. Что бы ни случилось, будет больно, тяжело, но это того стоит, поверьте. Для меня главное любить то, что ты делаешь, и тогда это кажется не так сложно, как есть на самом деле. Я бы хотела пожелать не сдаваться, ни в коем случае идти до конца, и как бы тяжело ни было, я, поверьте, знаю, как это бывает, не опускать руки. И каждый день – это новый день, который ведет вас к успеху. Надо жить мечтой, а, как правило, у мечты есть свойство сбываться, поэтому надо идти до конца. У меня на этом все. С вами была Арина Назарова и программа World Fashion News. Оставайтесь с нами и будьте в курсе самых актуальных новостей недели.